Носите при себе пистолет, мистер Чейз? Почти никогда. Не сочетается с костюмом. Вы раньше были шпионом? Моего сына похитили. 17 миллионов долларов, иначе он лишится глаза, уха или руки. И не говорите, что у вас нет денег. Мой бывший свекор приобретает только самое лучшее. Надеюсь, и вы хотя бы в половину так же хороши, как все, что он покупает. Надо заплатить выкуп, мистер Гетти. Я не буду этого делать. У вас в руках все деньги мира. Сколько вам еще нужно для спокойствия? Больше. Я найду вашего сына. Вы защищены от любых угроз. Если только угрозой не окажусь я. Мам! Пол! Я хочу домой. Я нанял бывшего офицера ЦРУ не за тем, чтобы он просто передавал деньги. Ты должен делать то, чего другие не могут. Нужно быть готовыми отказаться от сделки. Он мой сын, я не могу отказаться. Думаю, здесь дело не в деньгах. Главная власть. Бизнес. Страх. Семья. Скажи им, что я иду. Нет! Все деньги мира.